Для того, чтобы узнать человека, можно сводить его к психиатру, можно познакомиться с его друзьями, а можно просто посмотреть его любимые фильмы. И все станет ясно. Я приветствую вас, о, зрители МТВ. Я Дима Билан. Я стараюсь не смотреть фильмы дома. Выбираюсь в кинотеатры. В нашей сегодняшней программе любимые фильмы Димы Билана. Он был ночным хулиганом и заслуженным артистом Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Да. Он был номером один и как грибы собирал всевозможные музыкальные премии от матрешек MTV до хрустального микрофона Евровидения. Вот это история настоящего мужика. Он поет на русском, английском и испанском языках. А иногда он разговаривает на космическом. Фильм или кто он на самом деле? Смотрите и узнаете. Хочу представить вам сегодня свою зарисовку из 10 фильмов, которые я очень-очень люблю. Фильм очень сильный, исторический. Фильм, смотря который, действительно можно прослезиться. Хит Леджер как раз таки молодой там играет. Очень светлая история для настоящих мужчин. Они заражают настолько своей идейностью, да, вот эти люди, которые настолько четко видят цель, настолько четко ее понимают. Мы новый свет, но живем по-старому. Нужно создать новую страну. Как он там играет, это невероятно, Мел Гибсон потрясающий. Это нечто, вот мне сейчас прямо перед глазами стоит, как он держит сына своего за голову. Он умирает от штыка. Не уходи, Габриэл, не... И это нечто, это взгляд такой, просто настолько... Я даже вот эту бы картину бы сделал бы стоп-кадр и повесил бы у себя. Я так и сделал, кстати, после сегодняшней программы. Валли. Валли отличный. Хороший, добрый мультфильм. Поэтому смотреть. Валли. Это всеобщий мультик. Это вот как раз таки настолько правильно. Это для всех возрастов мультфильм. Дети увидят доброго, френдли робота с тараканом, с цветочком в сапоге. А взрослые увидят своих счастливых детей в этот момент. А потом они еще увидят, что можно не бросать в лесу бутылки после жарения шашлыка и не устраивать торфяные горелки у нас тут в Подмосковье. А, ну да, и про любовь. Вообще, на самом деле, все только и кино заставляет снимать любовь, и мультфильмы заставляют делать тоже любовь. Ну, что тут говорить. И вот эта проблема, когда они попадают на другую планету, то есть в этот самый, в корабль, да, что люди перестали двигать. А это значит, люди перестали просто, могут перестать думать, копаться в себе. В этом глубокая философия, мне кажется. Такие мультфильмы, они трогают. Ты думаешь, что где и как, и в чем мы будем все дальше жить. Вот правда, я вот если смотрю, я думаю сразу вот об этом. Не только, что какой он классный, там, да, там, Валя. О, замечательный, с какими глазами. Oh.
Я посмотрел «Львиную долю» Дэвида Линча, «Синий бархат», еще там парочку фильмов, «Малхолланд Драйв» и «Наоми Уоттс». У нее одна из первых ролей. Эта девушка не снимается в моем фильме! Можно снимать фильмы ужасов, можно снимать фантастику. А есть настолько земная история, которая настолько фантазмагоричная. Я не могу сказать, что в этом фильме есть какой-то четкий сюжет и прям такой ход к финалу, развязки, завязки. Но там есть абсолютно какая-то четкая атмосфера. Потому что жизнь состоит не только из желтого, красного и синего цветов, но еще и из оранжевого, зеленого и фиолетового. Вот почему. Потому что надо понимать. Продолжаем разговор о любимых фильмах артиста Number One. Переходим к особенностям его обоняния. Ой, вот если честно, этого режиссера я единственный фильм посмотрел — «Мартин Брест». Вот, и именно потому что Аль Пачино, именно потому что абсолютно такая, мне кажется, мужская история. Прямо слезу вышиб. Мужская, но только не то, о чем вы подумали. Есть кино, которое оставляет послевкусие, есть кино, которое действительно просто занимает твое свободное время. Давай, выкладывай детали. Там очень много боли какой-то, которую трудно даже спроецировать в жизнь. Она настолько там утрированная, мне кажется. Хотя нет, такое бывает. Карл! Полковник! Черт, что с вами? Глядя на него, ты не думаешь, что он маленький какой-то, да, там неказистый. Он сильный духом, у него глаза бронзают, да, горят. У этой летучей мыши радар острее, чем у Наутилуса. Не держи меня за дурака, Чарли. Я знаю, что мне нравятся очень, да, эти актеры девушкам, но их, их талант невероятный. С ним спорить вообще нельзя. Говорить о нем как-то даже неудобно. Клянусь, это достаточно странно звучит, но вот есть такие фильмы, которые настолько тебя сильно возвращают, тебя же в тебя самого, а не в то, что ты привык думать о себе, а вот в то настоящее, что в тебе где-то там скрывается. Вот этот фильм, он к этому способствует. Самое главное, что меня убило в этом фильме, это саундтрек. Я его даже играю дома. Это танго невероятной красоты, которая использовалась и раньше в фильме «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером. И вообще классическая такая зарисовка музыки. Настолько классно рисует и четко рисует состояние героя. Две разные, так скажем, пропасти какие-то. Вот они сейчас в одном танце, и в этом как раз таки вся трагедия, мне кажется. В итоге все закончилось хорошо. Ни одного Аль Пачино не пострадало. Чарли превратился в человека с характером и попал в Гарвард. Я очень люблю такое кино, после которого хочется действительно отправиться в какое-то путешествие, после которого хотя бы хочется выйти из дома, пойти и, не знаю, знакомиться на улице, да, пойти и помогать переходить через улицу там той же самой бабушке. Выпейте с нами. Мы вас потом проводим, чтобы без последствий. Выпейте? Спасибо. Можно? Нет, у нас еще есть. Я, если честно, я смотрел его раз 12, наверное, этот фильм. Ой. Вот все, с кем я общаюсь, там подруги, друзья, все посмотрели, потому что я им дал. «Богиня, как я полюбила» — это кинодебют Ренаты Литвиновой, в котором она выступила точно так же, как «Божество», едино в трех лицах. Она и режиссер, и актриса, и сценарист. А чтобы ни у кого сомнений не возникало, она закрепила свой статус и в названии.
Я люблю как режиссера, как актрису. И трам-пам-пам-пам-пам. Картины я недавно ее купил на аукционе. Ну почему ку-ку? Так оно и бывает. Я не видел там никакого ку-ку. Показалась такая настоящая история.